Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 76 на странице 57. Прочитайте, озаглавьте текст. Весело смотрит стайка лисичек из зеленого мха. Лисички яркого цвета, как морковь. Высокая ножка грибка сразу переходит в зонтик. В середине дрожит росинка. Лисички рано появляются в лесу. Это очень вкусные грибы. Салаухин. Почему лисички так названы? Во-первых, мы давайте озаглавим этот текст. Заглавим его «Лисички», потому что данный текст рассказывает о лисичках. Почему лисички так названы? Грибы лисички так названы, потому что они по цвету похожи на настоящих лисичек, на лис. Что обозначает выражение «стайка лисичек»? Стайка лисичек – это значит много лисичек рядом. Запишите заголовок и ответы на вопросы. Какого цвета лисички? Что дрожит в середине грибка? Как смотрит стайка лисичек из мха? Итак, значит, нам нужно будет записать заглавие лисички и ответы на вопросы. Какого цвета лисички? Лисички яркого цвета, как морковь. Что дрожит в середине грибка? В середине грибка дрожит росинка. Как смотрит стайка лисичек из мха? Весело смотрит стайка лисичек из зеленого мха. Теперь давайте запишем, начиная с заглавия. Лисички. Первое предложение. Какого цвета лисички? Лисички яркого цвета, как морковь. Цифра 1. Ответ. Лисички яркого цвета, запятая, как моркови. Мягкий знак. Ставим точку. Второй вопрос. Что дрожит в середине грибка? В середине дрожит росинка. Пишем цифра 2 и ответ. В раздельно. Середине грибка дрожит росинка. И последний вопрос. Как смотрит стайка лисичек из мха? Весело смотрит стайка лисичек из зеленого мха. Цифра 3. Весело смотрит стайка лисичек из раздельно зеленого мха. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.